знаменитые путешественники, моря на контурных картах и азимуты. Об этом и не только сегодня говорили в ПГУ. Провели акцию «Ночь географии». Это совместный проект Приднестровского центра Русского географического общества и Россотрудничества. Братья Лаптевы, открытие Колумба, заслуги Дежнева. Все наглядно. Географ Дмитрий Мортин показывает презентацию урока практикума. Тема – исследование географии России. Я взял эту тему, во-первых, да, потому что география России, Российской Федерации и программа 8 класса мне наиболее близка и нравится. Это, во-первых. Во-вторых, история исследования – это очень сухая, сложная тема. Там очень сухой текст в учебнике, и детям тяжело часто воспринимать это. Поэтому я пытаюсь всегда визуализировать это либо в презентацию, либо использовать атлас, наглядность материала. Исторический факт. В 16 веке был поход Ермака на Сибирь. Наглядно на географической карте. Тут и картины. Казаки сражаются с сибирским ханством. Как результат, Сибирь стала частью России. А на этих слайдах урок путешествия по Бендерам. Фото собирали школьники. Всем классам создали презентацию. Версия идеального урока от учителя географии Ирины Мисяковой. Это возможность презентовать свои мысли, свое видение того процесса, как должна сейчас преподаваться география на современном этапе современным ученикам. Акция подразумевает привлечение к ней участников не только студентов и учеников, да, более младшего поколения, но и всех людей, которые так или иначе имеют или прямое отношение к географии. Это какие-либо энтузиасты, или это в принципе те люди, которые так или иначе интересуются путешествиями, интересуются географией, вот скажем так, в любых ее ипостасиях и изменениях. За лучшие проекты награды от Россотрудничества, книги и памятные призы. Дальше внимание молодежи. Для них несколько заданий. Вот читают топографическую карту, а тут разбирали демографические пирамиды. Ежегодно в акции «Ночь географии» участвуют учителя, студенты, школьники.